Сила искусства против мировой пандемии. Художник Василий Слонов создал новый арт-объект, чтобы поддержать Италию в борьбе с коронавирусом. На карантине изображена Мона Лиза, один из самых знаменитых символов этой страны. А вместо красок художник использовал кофейные зерна. Сейчас крайне важно помочь Италии, уверен Слонов, потому что именно там от коронавируса погибло больше всего людей. Отмечу, число жертв уже превысило 13 тысяч человек. Как известно, самая печальная ситуация с коронавирусом сейчас в Италии. И нам важно оказать посильную помощь во всех сферах. Я делаю искусство в поддержку Италии, сражающейся Италии, сражающейся с этой заразой. Крепись, Италия, мы с тобой. Все пройдет плохое, останется только вечное и прекрасное.